Ролик создан при поддержке группы Clive Barker's Undying Возрождение. Проходите и подписывайтесь. Приятного просмотра. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем смотреть моды. У нас на очереди Clive Barker's Undying. У нас на очереди мод под названием Made in 3 Hours. То есть сделано за 3 часа. Собственно, автор Blue Funk. Значит, там что написано, что он реально сделан за 3 часа. Бегай, стреляй, убивай. Воруй и бегусей, короче говоря, вот это вот все. То есть это прямо так чисто побегать, пострелять. Так, значит, пишем open 3 hours. Отлично. Единственное, насколько я понял, здесь врагов может быть до ебени матери. Просто серьезно, потому что... Это дешевая, быстрая и очень грязная типа карта. По-честному играет, блять, что патроны есть? Патроны взять. Чалька. То есть здесь как бы да, просто чувак за 3 часа сделал. Побегать, поугарать, пострелять. Ебать. Без паролей сейчас все патроны выйдут. Так, какая-то типа арены. Посмотрим. Так, туда или туда? Поеду направо. Не буду я тратить зажигательные. Нормальненько так. Чем мне давали столько всего? Вряд ли для того, чтобы пяток ревунов убить. Обычно нос зачесался. Должен же быть шутан и в этом вандаенде иногда.
Sí. Граждане, граждане, бандиты, выходи по одному. Ох же, мать честная, сейчас чувствую, жопень начнется. Один. Как жабы скачут. Блять. Казалось бы, моб-то простой, но, блин, у него промахнуться еще проще, чем он сам. Че, пися? Нет, че, сука. Перезарядку я хочу сделать. Есть темные углы. Хорошо, что этих ребят в темноте видать с этим заклинанием. Что, что такой здоровый, зеленый, блять, и плоский. В смысле, что я плохо стреляю. Интересно, у них респ или они здесь конечны, скажем так. Так, окей. Да ладно, все. С одной стороны. Что-то я нажал. Сейчас пожалею я про то, что я это сделал или нет. Блять. Что это было? Ты с кем там дрался-то? Блять, вот он был за километр от меня, да, и он все равно по мне попал. К этому, по-моему, невозможно привыкнуть, он сидит. Не один причем, там целая кодла. Так, здесь где-то вроде еще были. Угу. Не, ну интересно, что без дураков. Поглядываю еще. Угу. Вот, ты падла, я даже убежать не мог от него. Давай, подыхай. Фак. Да, надо их кучнее собирать, этот огонь на многих действует сразу. Так, сейчас давайте на обычный. Как?
Сдается мне, что надо нажать несколько кнопок, и тогда, наверное, я победю. А вон там, наверное, бесконечный рез в этом месте. Сидят. Да ёбаный твой свет, ну. Не, нахер. Может, все надо за определенное время нажать? Успеть чего? Горит. Нет. Нет. Давай спускайся, что ты там один сидишь. Все свои, не стесняйся. Не, ну он не успеет добежать, если все. В определенной последовательности. А хотя нет. Так, то есть я все нажал, да? Да. Куда дальше, что-то непонятно. А. Нажал же здесь? Жи! Так, что дальше? Окей, давай пойдем попробуем сюда. Просто посмотреть по краям-то что-то есть, нет? Какие-то ходы ищу. Просто зачем я кнопки-то нажимал? Мне интересно же. А, сидит еще один. Не. Надо закончить сначала. Смотрим. Ну и походу респится там просто. Полную мощь. Походу ни хрена тут больше нет. Ну, получается все. Сейчас давайте мы еще раз все эти проверим тумбы. Ходит, я все. Ну, можно еще назад сбегать, поглядеть. Блин, что мне все три мода в один день, что ли, теперь выпускать? Так, здесь нажато. Ну, просто маловато. Там вроде два бы вышло нормально, но.
Не, мы сейчас туда залетим, к нему дырку проверим. Уже облазываем, обсматриваем все. Не, блин, я что-то туплю. Вот у нас есть одна дрень. Ну, какое впечатление сложилось, что я... Допустим, я оттуда, а с другой стороны что? Все она одна, да? Да, она одна. Ладно, окей, значит, давайте мы F5. Не! Давайте сначала я... Сгоняю, посмотри его. Так, что говорю? Сгоняю, посмотрю, посмотри. Возможно, там что-то поменялось. Ну, хотя там больше нечего было. Там не было ни запертых дверей, ничего. Кусок стены уехал. Не буду совсем уж. Совсем уж читились? Чё промелькнуло? Оказался ли еще один какой-то хитрожок этот был? Смотрите у меня. А, здесь просто такие эти были, понятно, в которых они сидели. Не, ну пойдем, открылось, дальше что-то ищем. На самом деле, то, что он очень грязный, очень такой брутальный, я бы не сказал. Просто потому, что, как бы, я-то думал, вот брутальный, это вот, знаете, заходите в этом, в Сириус Сэмми, какую-нибудь комнату, хотя бы на среднем уровне сложности. Вот там, да. Блять, напугал. При всем том, что в Сириус Сэмми там, блять, у тебя патронов и оружия в миллиард раз больше, чем там Дайинге. Жопу там рвут сильнее. Так, может зажигательный, кстати, дыхнуть. Опять до хера. Сгорел мужик уже? Не, ну, мне кажется, из двустволки мочить, когда не с револьвером, это не очень такая балованная идея, с моей стороны. Подожди-ка. Не, подожди. Что ж там было? О. Не, я же яйца Феникса подбирал. А где они? Да как так-то, ну ёлы-палы, ну. Они, может, конечно, вот тут, но... Да нет. Попади, блядь, этим коктейлем Молотова хоть в кого-то. Так, сейчас.
пройдем, разумеется, что тут не пройти-то. И чё? Че, мужик? А, то есть она вот так вот умеет делать, да. Забыл. Ах ты, сука. Сейчас, мужик, погоди. Окей. Куда там стрелы летели, я не особо понял. Опять полный, да? Нет, это что-то... А, наверное... Да. Так, здесь какой-то должен быть финальный большой замес такой. А, или можешь эту штуку надо сначала взять, прежде чем... То есть у меня патроны, грубо говоря, к ней есть, но нет самой штуки. Или как раз вот это. Нет, здесь я, пожалуй, лучше вот... Пойдем вместе. Был один тут мод недавно тоже. Бля, чувак. Уйди, а. Чё? Подвис, по-моему, слегка. Чё, я вообще не понимаю, они вообще... Стрелы какой-нибудь летят или нет? Во куда летят, бля. Щай. Ну, вот еще яйца валяются. Я типа не особо понял, дальше-то что? Мне кажется, она должна была отъехать в сторону.
что наверх-то я все не заберусь. Я должен был бегать с ними, драться и нажимать кнопки. Я говорю, она как-то так щадяще выполнена, очень щадяще. Что это? Dark, Dirty, ну я бы не сказал. Не сказал. Опять у меня зажигательные полные. Окей. Так, поехали. Цыганка, блядь, нахуй отсюда. Позорься. Не, черепком-то она мне здраво жахая. Чего, у меня 4 аптечки осталось? Что-то их подбираю, подбираю целыми кучами, и внезапно у меня их осталось всего 4. Нормально, что. Так, F5. Так, поехали. Хорошо, дальше ты что? Просто темновато и не видно ни хрена. Красота. Только интересно, R. Альтернативного огня нет. Торпед второй должен быть, да? Ой, бля. Немножечко, да что-то как-то это. Жалко мне этих. Какие же ты... Да хорош, они все-таки... Зад. Скажешь, что не надо прыгать, знаешь, я ж дурак, как я могу туда не прыгнуть. Это интересно. Фак. Да почему я выживаю-то после такого? Что за пиздец, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Почему они выживают после, блядь, прямого попадания этими в упор? Я, сука, ненавижу этих врагов, серьезно говорю. Так я вроде перезаряжал же револьвер. Ливальвельд! Какого хлеля? Сейчас он...
серебряными пулями практически на раз. Ну, поскольку я уже увидел, что загрузка, и думаю, не, наверное, все. Потому что здесь один файл всего такого. Вот, чтобы, короче говоря, просто там музыка не орала на заднем плане. Это, в принципе, пока что все, как я распечатал себе моды. Там еще у меня есть, я просто добавил пока только вот эти три, которые я сегодня записал. Ну, это будет уже в отдельный ролик, полчаса, это вполне нормально так. В общем, норм, побегать, пострелять. Я типа ждал чего-то дико жопошного, дико такого прям. Ну, на самом деле. Сейчас. Прикол, как говорится. Я как-то помню делал. А, если можно прям так. Не-не-не, погоди, мне прям вот захотелось, серьезно. Немножечко разбавим. Так, значит, еще раз. А, да. Я помню, делал. Но они не обращают никакого внимания, потом пропадают. Да. Можно сразу побежать сюда, но здесь скрипты ничего не сработают, здесь видите, вот там. Все, ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал «Раздавки музыкальные темы» и всем все, вступайте в группу по андайингу, щелкайте на колокольчик, чтобы приходили новые уведомления, и что еще? Приходили новые уведомления, и рассмотрите возможность поддержать канал материально, вот эти две последние новые, поэтому пока забывайте, да. Опять же, ссылки на все есть в описании, всем всего доброго, играйте в хорошие игры, в хорошие моды, всем. Добротный, нормально. Серию Сэм, конечно, жопу не ставлю, а вот сильнее. Пока, типа, вполне.